Добрый день. Сегодня я нахожусь в Европейском парламенте в Брюсселе. За мной зал, в котором проходит заседание сессии парламента. И сегодня я передам Европейский парламент от имени нашего комьюнити свободных россиян Италии вот это письмо, вот это обращение, в котором мы просим обратить европейских парламентариев внимание на ситуацию вокруг Алексея Навального и обеспечить соблюдение его базовых прав на медицинскую помощь. Я очень надеюсь, что этот маленький, но символический жест будет важен для всех нас с вами.